В Татарстане контингент, наблюдаемый психиатром, составляет порядка 80 тысяч. Заболеваемость вообще любыми расстройствами, в том числе и психическими, есть официальная, которые зависят, они не являются истинными. Это просто официальный показатель, который большей частью зависит от по обращаемости, как принято говорить в организации здравоохранения. Обратилось население, его зарегистрировали, выявили, отметили. Но очень много людей остаются невыявленных. Невыявленных. Я уже сказал, что за рубежом до 10-15% больных как бы населения наблюдается у психиатров. У нас это заметно меньше. То есть это не означает, что мы более здоровое население, чем, допустим, Германия, чем Соединенные Штаты Америки. Просто у нас менталитет населения к психиатру не идут, к психотерапевту не идут. Ну, как-то побаиваются еще идти. Менталитет населения играет большую роль. Далее. Но истинные показатели заболеваемости психическими расстройствами, везде это общепринято, они растут действительно. Они растут. За счет чего они растут? Вот уже отметили. Старение населения, да? За счет этого растут раз. Еще за счет чего растут? Урбанизация нашей общественной жизни происходит. Города, мегаполисы, стрессы. Всевозможные. Информация нас буквально захлестывает со всех сторон. Мозг человеческий успевает переработать, но не все. Поэтому учеба для школьников стала очень сложной, для студентов. Вообще жизнь усложняется. Но не все это усложнение жизни выдерживают. Психика не у всех людей выдерживает. Плюс, да, соматическое здоровье улучшается. Мы растем, но все-таки биологические законы пока еще никто не отменял. Поэтому действительно растет. Но это научные исследования. А так, если просто сказать навскидку, если сравнить Татарстан с Российской Федерацией, то наши показатели примерно соответствуют показателям по Российской Федерации, разве только чуть-чуть ниже. Но я не говорю, что татарстанское население здоровее в целом российского. Может быть, это объясняется в том, что у нас немножко число психиатров немножко ниже, чем по Российской Федерации. Может быть, вот этим объясняется. Но рост я отмечаю не за счет грубой психической патологии, а именно пограничные еще есть психические расстройства. Вот за счет них преимущественно и идет рост.